Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Сегодня с вами Little Pumpkin. Если вы смотрели наше предыдущее видео о Хэллоуине, то вы, конечно, заметили, что Pumpkin, тыква, это главный узнаваемый атрибут этого праздника. Только улыбка у меня добрая. За окном у нас конец октября. Дни становятся короче и короче, ночи становятся длиннее и темнее, листья падают с деревьев, и все пьют тыквенный острый латте. А это означает только одно – Хэллоуин приближается все ближе и ближе. Скажу больше, он прямо стучит в затылок. Чем же таким интересным заняться в Лондоне в это мистическое время? Где и как отпраздновать Хэллоуин? Какие жуткие места стоит посетить? Об этом вы узнаете из нашего видео. Приятного просмотра! В этом году каждый желающий сможет сполна насладиться Хэллоуином в Лондоне. Именно для вас подготовлена интересная программа празднования Хэллоуина, начиная от страшных фильмов и охоты на привидений до ужасных прогулок по популярным достопримечательностям Лондона и вечеринок на всю ночь. Вы определенно будете напуганы. Итак, как нам предлагают праздновать Хэллоуин в Лондоне? Сначала расскажу вам о Хэллоуин-турах по интересным местам Лондона. Если вы старше 18 лет и хотите раскрыть зловещие секреты о прошлом Лондона, вы можете совершить тур «Ночь страха» на ночном автобусе. Вы услышите зловещие истории о лондонских призраках, рассказы о вампире, который когда-то напал на людей на площади Пикадилли, а также историю об ужасной черной собаке, которая часто бродит возле собора Святого Павла. Во время тура вас будут ожидать специальные хэллоуиновские напитки. Также будет выбран победитель за лучший праздничный наряд. И если вы встречаете Хэллоуин с семьей, то вы можете взять своих маленьких монстриков на один из автобусных туров с открытым верхом. Чтобы узнать все об ужасных персонажах, королевских призраках и мрачной истории, которую скрывает столица Туманного Альбиона. Этот 45-минутный безостановочный тур разработан специально для самых маленьких. Автобусный тур «Джек-потрошитель» и «Шерлок Холмс». Как видно из названия, этот тур посвящен реальной истории Джека-потрошителя и вымышленной истории о Шерлоке Холмсе. В дополнение к освещению этих тем вам расскажут о «Человеке-слоне» и «Рынке Смитфилд». Этот жуткий автобусный тур состоится после наступления темноты, чем обеспечит идеальную устрашающую атмосферу, чтобы услышать все о самых громких преступлениях и тревожных легендах в истории Лондона. Какой же Хэллоуин без страшных историй из самого узнаваемого замка столицы – лондонской Тауэр? На протяжении всей длинной и богатой истории лондонский Тауэр выполнял множество функций. Более подробно вы можете посмотреть наше видео «Tower Bridge London». Когда-то крепость была тюрьмой и камерой пыток. Там происходили поистине ужасные события. В кровавой башне содержались некоторые заключенные. Так королева Энн Болейн провела последние дни своей жизни в этой крепости, где она была заключена в тюрьму, допрошена, предана суду и в конечном итоге обезглавлена. Именно здесь бесследно исчезли 12-летний Эдвард V и его младший брат Ричард. Считалось, что их убили. Многие скелеты прячутся в шкафу этой культовой достопримечательности. Совершив экскурсию по крепости, вы увидите орудие пыток и, возможно, даже услышите душераздирающие крики знаменитых исторических деятелей, эхом проникающие сквозь стены. Также 3 ноября, 8 декабря и в некоторые воскресенья с января по апрель можно будет посетить сумеречные туры после захода солнца. Йоминские стражи покажут вам ворота предателей, место эшафота и саму кровавую башню. Не удивляйтесь и не пугайтесь, если на пути вам повстречаются призраки казненных узников. Кошмар! Следующий тур для любителей Гарри Поттера. Что может быть круче, чем попасть в тайный мир Гарри Поттера в канун праздника мертвецов? Не позволяйте пожирателям смерти ослабить ваш дух Хэллоуина, когда вы будете осваивать темное искусство в студийном туре Warner Brothers. Большой зал будет украшен более чем 100 тыквами ручной работы, наполненные угощениями, свисающими с потолка,
А на столах будут разложены многие другие атрибуты праздника Хэллоуина. Здесь вы сможете открыть секреты съемок за темными искусствами и двойную игру против пожирателей смерти в живых демонстрациях. Дети смогут проверить свою магическую силу в поединке с самыми страшными персонажами Поттериады. Следующее ужасающее место – лондонские подземелья. Если вы не боитесь, то можно будет опуститься в лондонские подземелья и отправиться в захватывающее путешествие назад на 1000 лет и почувствовать на себе ужасные моменты города в прошлом. Вас ждет прогулка по туманным, темным, жутким улицам. Вы вернетесь во времена, когда чума омрачила столицу, когда попытки стали нормой, а Гай Фокс стремился изменить город навсегда. В течение всего октября лондонские подземелья будут темнее, страшнее и более экстремальнее. И это делает тур очень популярным в течение самого страшного месяца года. Следующее – Хэллоуин в Хэм Хаус. Ходят легенды, в Хэм Хаус обитает около 15 призраков. Это один из самых часто посещаемых привидениями домов в Британии. Истории о них вы услышите во время призрачного тура по прекрасному особняку 17 века. Детям расскажут о животных, которые выходят ночью поиграть. С 21 по 25 октября и с 4 по 8 ноября пройдут специальные призрачные туры для взрослых. Хэллоуин на ферме. Если вы отправитесь на ферму Годстоун, то вы сможете принять участие в мероприятии Great Spook Eerie. Вас ждут урок художественному вырезанию тыкв, создание подделок готический макияж, а также тематические игры на любой вкус и возраст. Деток порадует световой тоннель, где, вооружившись 3D-очками, они смогут увидеть ферму совершенно по-новому, с летучими мышами, черепахами, окаменевшими тыквами. Музей Мадам Тюссо предлагает насладиться интерактивными театральными приключениями. Вас ждет трудный путь через испытания, опасность. Вы разгадаете тайну Шерлока Холмса на Бейкер-стрит и сразитесь с инопланетянами. Также звезды восковых фигур переодеваются на Хэллоуин, чтобы напугать вас. Страшно! Это были туры по Хэллоуин Лондону. А теперь я расскажу о различных мероприятиях, проводимых в Лондоне на Хэллоуин. Если вы готовы нарядиться в этот Хэллоуин и порезвиться в лучших барах, то паб Big Night Out Crawl подойдет как нельзя лучше. Вы примете участие в необычном зомби-Хэллоуине. Начиная с Zoo Bar в Ковенгардене, вы сможете бесплатно посещать каждый из 5 заведений. В пабе также вы получите бесплатную футболку и светящиеся палочки. Вам сделают макияж от зомби. Будут разыграны отличные призы для незабываемого празднования Хэллоуина. Хэллоуин джазовый бал. В джаз-баре Speak Easy вас ожидает роскошное кабаре. Хэллоуин бал в старинном месте Лондона в эпоху разных запретов. Вас увлечет джазовая музыка, неимоверные коктейли, нескончаемая танцевальная программа. Итак, надевайте свой умопрочительный хэллоуинский костюм и отправляйтесь на бал. Кстати, там будет гадалка, предсказывающая ваше будущее. Спецужин на Хэллоуин. Отпразднуйте этот Хэллоуин невероятным ужином, приготовленным финалисткой конкурса шеф-поваров Луиза Эллис, пока вы путешествуете в подземный мир. На роскошном поезде с вокзала Пэдли-стрит в Лондон вы отправитесь в подземный мир, где насладитесь захватывающими рассказами страшных историй и незабываемым ужином. Меню можно будет заказать заранее из предварительно установленного меню. Также вас ожидает множество напитков на борту. Хэллоуин – вечеринка в цирке. Dark Circus Party – это празднование Дня мертвых в смертельно опасном цирке. Вы погрузитесь в подземную атмосферу, где вокруг вас будут грозные клоуны, сумасшедшие акробаты, выполняющие немыслимые трюки на ужасающих трапециях. Вы посетите фургон, где вам сделают Хэллоуин макияж. Вас полностью захватит безумная цирковая атмосфера. Семейная Хэллоуин вечеринка. Это пати для тех, кто хочет насладиться Хэллоуином со своей семьей. Вас ожидает танцевальный фестиваль с огромными танцполами для детей и родителей. Вечеринка включает в себя рисование лица, взрывы конфетти и ультрафиолетовое веселье.
Какие же шоу можно будет посмотреть в Лондоне на этот Хэллоуин? Как обычно, можно будет себя напугать различными фильмами ужасов во всех кинотеатрах города или посетить театральное шоу с жуткими сюжетами. В театре Аполло Виктория вашему вниманию будет предложена самая долгоиграющая пьеса в театральной истории Лондона, главные герои которой – колдуны из страны Оз. История о невозможной дружбе между доброй феей Глиндой и злой ведьмой Эльф Хабой. История не такая страшная, как другие шоу, поэтому будет приемлемой для посещения с детьми. Далее. The Rocky Horror Picture Show. Те, кто старше 15 лет и кто предпочтет одеться в стиле любимых персонажей Джанет, Фрэнк и Эдди из известного фильма Rocky Horror, могут направиться на культовую вечеринку. А в ночь Хэллоуина в театре Принца Чарльза на Лестер-сквер состоится показ The Rock Horror Picture, шоу столь популярного по сей день. И, наконец, Fortune Theater представит вашему вниманию популярный спектакль «Женщина в черном». Это одна из самых страшных историй о призраках Уэст-Энда, которая будет держать вас в оцепенении с самого начала и до последней минуты. Женщина в черном расскажет о ужасающей истории жизни адвоката, который считал, что был проклят. Если вы готовы к 2 часам ужаса, то вам сюда. Ну что, не правда ли интересная программа? Хэллоуин, проведенный в Лондоне, навсегда останется в вашей памяти. Напоследок, по традиции, анекдот. Висят 3 летучих мыши на жердочке, естественно, головой вниз. И тут одна переворачивается головой вверх. Соседская мышь говорит другой: «О, погляди, а эта истеричка опять упала в обморок». Надеемся, что вам понравилось наше видео и вы поставите нам лайк. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как в городах, где живете вы, относятся к Хэллоуину, признают ли этот праздник и как отмечают. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Бай!